Я поздравляю родного брата, совершеннолетия 85 лет прошлого месяца. Отечественная война. И вот он эвакуировался из
вони уїхали з мами, уїхали в евакуацію, а потім, після, вернулись в рідний Харків, і затем він почав свою діяльність. Он закончив школу, потім армію, затем інститут, Харківський інститут совєтської торгівлі, а потім, провчивши там 2 роки, перейшов в Донецький торгово-економічний інститут по спеціальності технології общественного питання. Самая лучшая профессия, которую у нас есть. Так вот, его направили в порядке исключения, как прекрасно учившись, окончивший институт, направили замдиректора стрессо-столовых ресторанов. Он проработал там 1.5-2 года, и уже за ним охотились другие рестораны. И вот он работал в Светлогорске, а потом его забрали в другой город. И он там работал заместителем управляющего средством столовых ресторанов, целое объединение. А затем его через некоторое время направили работать самостоятельно директором объединения столовых ресторанов. В общем, он отличался честностью, добросовестностью, исключительно работоспособностью и так далее и тому подобное. Мне довелось несколько раз с ним беседовать, и очень интересно за беседой, и дай Бог ему 120 лет жизни. Всех благ! Ура!